Я хожу на фуршеты, в уголке стою. А когда меня туда приглашают, я вопросы задаю. Не интересуюсь, что это за фуршет, в каком месте будут проходить, насколько человек рассчитан фуршет. И у меня всегда остается масса вопросов, на которые я так и не получил ответа. И будет ли там народный артист, а будет ли там щедрый олигарх, а будет ли там кто-нибудь из Государственной Думы, а подъедет ли патриарх? А на сколько человек рассчитан фуршет? А будут ли там давать Хеннесси? У меня что-то осталось неспокойно на душе. Я забыл спросить, кто там еще будет? Кто там еще будет? А кто там еще будет? А будет ли там первый телеканал? А будет ли из фуагры бульон? А будет ли тот, который меня так достал? А не спальный ли это район? А можно, если я приеду с женой? А будет ли там этот бандюган? А отвезут ли нас после домой? А ничего, если придет мой друган. Кто там еще будет? Кто там еще будет? Кто там еще будет? Кто там еще будет? Я хожу на фуршеты, в уголке стою. А когда меня туда приглашают, я вопросы задаю. У меня масса вопросов к организации мероприятия. Всех и так быстро закончится еда. А сколько там будет престижные гости, чтобы я тоже выглядел там престижно, чтобы мне было там не стыдно. Дежурный сабантуй. А будет ли под мероприятие снят корабль? А будет ли, как его там, это? А будет ли там директор Сбербанка? А будет ли там телезвезда? Точно, точно туда не поеду, если припрется, как ее, это? Кто там еще будет?